знаєш, є такий вираз. Якщо хочеш, щоб щось було гарно, почни це з себе і зроби це сам. Так, Сьогодні так. дуже багато людей кажуть про те, що треба йти в Європу, якісь європейські цінності підіймати і так далі. От, а я вважаю, що для того, щоб бути жити як в Європі, потрібно її робити самому десь. Так. От, а не чекати, що за тебе хтось прийде, якийсь дядя чи тьотя, дасть тобі гроші і все зробить за тебе сам. Отже, Повністю саме згодна. сьогодні з такою людиною ми будемо спілкуватися в нашому прямому ефірі. От, до нас завітала Олена Трифонівна, громадський діяч, активіст і людина, яка готова починати щось гарне з себе, по-перше, і з тих людей, які її підтримують. Вітаємо вас в нашій студії. Доброго ранку, Олена. Доброго ранку всім. Спершу я хочу вас привітати за те, що ви, ваша команда, виграли цей грант. Я хочу сказати, що це була всеукраїнська, так, програма «Будуємо еко-Україну разом». І давайте більш детально про це поговоримо. Розкажіть нам, як це відбувалося, скільки міст, областей, регіонів приймали участь в цій програмі. И какие кошты? Я поняла. Ну, смотрите, как любое хорошее дело, оно начинается спонтанно и внезапно, по каким-то определенным причинам идет старт. Увидев то состояние пляжа, которое вот было вот с конца 80-х, что по отсутствию финансирования за ним не ухаживали, туда не выделяли средства. Ну, то есть, как бы, учитывая то, что у нас город Николаев очень хороший, у нас очень прекрасная парковая зона Парка Победы, замечательный у нас пляж, учитывая то, что уже несколько лет подряд экологи подтверждают, что вода чистая и там можно купаться. И стало обидно о том, что действительно вот там нет тех же лавочек, чтобы можно было отдыхать. Городской голова Николаева в этом году распорядился благоустроить эту парковую зону. И как-то оно все было совместно. Почему? Потому что торговая марка Черниговская одновременно со всеми этими событиями создала такой замечательный эко-проект «Будуємо еко-Україну разом». Участвовали там все 15 областей Украины. 15 областей, так, приймали участь? Да, и было отобрано 49 проектов, то есть таких более-менее оригинальных. Из 10 проектов победило только 10, в том числе и наш городской. Я не присваиваю ни в коем случае себе эту победу, это победа общая всего города, потому что для города это первый социальный проект, первый грант вообще городской, который вообще в городе был кем-то выигран. Поэтому это заслуга всех людей, которые в меня верили, поддерживали, те, которые помогали, которые голосовали, которые просто действительно как-то подключались к этому, там, помогали с теми же эскизами, с какими-то идеями, предлагали свою помощь, даже вот сейчас звонят, пишут там в социальных сетях, чтобы элементарно установить даже те же лавочки, когда это все будет готово. В чем суть проекта вашей команды? Суть проекта, чтобы сделать пляж и вот этот кусочек парковой зоны не только популярным летом, чтобы там люди собирались и весной, и осенью. Ну, соответственно, там своими хитрыми идеями по поводу именно самих скамеек, самих лавочек, то есть сделать их так, скажем, all season, чтобы можно было там спокойно сидеть и в такое более прохладное время года. Так, у нас на цю тему є сюжет про пляж Стрілку, про те, як там працюють активісти, тож давайте переглянемо. Миколаївський пляж «Стрілка» – одне з найулюбленіших місць відпочинку жителів і гостей міста. На жаль, через брак коштів, ремонту і благоустрою він не бачив 70-х років минулого століття. Але не дивлячись на це, місце користується популярністю серед миколаївців. Причина – відсутність в місті великої кількості більш-менш цивілізованих зон відпочинку біля води. Что в этот проект входит, это интересная конструкция лавочки, это идут навесы, причем, чтобы данное место было не только для летнего отдыха, чтобы здесь могли отдыхать и весной, и осенью, и зимой. Будут установлены несколько опор освещения на солнечных батареях. Во-вторых, по всей территории мы расставим как можно больше мусорных контейнеров, потому что все-таки лето и еще там по осени люди отдыхают, пьют воду, какие-то другие напитки, чтобы им элементарно можно было выбросить какую-то обложку от мороженого.
Ідею розробили, а ось як повідомити, зацікавити та примусити громаду за неї проголосувати? Адже під час визначення переможців журі врахувало саме думку громади. Вирішення знайшлося саме собою. Так як ми молодь, і ми більшість свого часу проводимо в соціальних сетях, тому наша задача заключається в тому, що оповіщати людей і просити наших друзів репостити цю новину для того, щоб вони підтримали цей проєкт і як можна більше проголосували. Ми благодаримо всіх жителів міста Ніколаєва за проявлену ініціативу, за підтримку і сподіваємося, що в ближайшее время проєкт буде реалізований, кожен желающий зможе приїхати і віддихнути. Найголовніше, що проект знайшов відгомін в серцях жителів міста. Всі як один відпочивальники наголосили на необхідності облаштування зони відпочинку та висловили свої побажання з цього приводу. Звісно, ми часто приходимо з внучкою, з внуком. Маленьке місто, нам дуже подобається, але, к сожалению, воно не благоустроєне. Желательно, щоб було тут більше скамеек, роздівалок, щось зроблено для дітей. Отже, ми подивилися цей картинкий сюжет. Таке питання. Зараз територія, ну будемо так сказати, дика територія така там, да, на цьому пляжі. Не буде так, що коли приймуться ваша команда за тих, хто буде робити цей грант, реалізовувати цей проект, не буде так, що ситуація, яка була в деяких інших містах нашої країни, коли брали природу все під ноль, робили там цемент, бетон чи асфальт і лавочки, все нормально, а вже відпочивати можна тільки ходити там, гуляти і все. І вже не прийдеш, не ляжеш, не положиш, не позаграєш. Ні, абсолютно так не буде. Чому? Тому що, да, я знаю, в деяких містах я була і от наших сусідніх я бачила такі от случаї, про які ви говорите. Здесь наоборот, здесь будет элементарный покос травы, чтобы можно было действительно комфортно расстелить какое-то там покрывало и спокойно сесть, чтобы там никакие устики, колючки, там ветки не мешали людям. Плюс осуществить покос в ближайшей там территории, там где у нас идут камыши. Будут установлены все, и лавочки, и будет там лавочка в виде качели. Для наших там влюблених пари, нарешительно іменно. Як гарно, як гарно. На місце побачень, так? Да. Да, отак от у Касті, у парку Касті є такі дві лавки, які як качелі, от постійно батьки там сидять, і діти десь бавляться, а батьки сидять, і це таке місто, точка відпочинку. Точка відпочинку така. Буде качеля для взрослих. Будуть також світильники, щоб все це освещалось, тому що территория, правильно вы сказали, дикая, она отдаленная от дороги, от пешеходной зоны. К сожалению, на Росгороде очень часто люди видят, как портят новосозданные какие-то проекты, либо там что-то другое. Поэтому, чтобы эта территория освещалась, будут патрулировать эту территорию. Так ось мы бачимо та фото, що дійсно така дикість присутня, ще можна пляжем таким назвати ще не зовсім можна, так? Так. Я бы немножко не согласилась. Почему? Потому что были установлены, вот пару дней назад были на пляже Стрелка, и там есть и навесы, где загорают и отдыхают люди, там играют дети, есть и настилы, на которых просто загорают. Да, но правильно вы сказали, что если хочешь что-то изменить, начни это делать сам. Мы первое, что начали еще полгода назад, собирались инициативными группами, начинали субботники, убирали мусор, создавали какие-то там свои проекты. Поэтому надо развиваться, надо помогать, не ждать всего, что нам даст город. Потому что у нас люди делятся на две части. Те, которые делят, и те, которые критикуют. К счастью, у нас те, которые делают, у нас сейчас большинство к нам постоянно кто-то присоединяется, поддерживают. Кто не может физически, поддерживает морально. И за это огромное спасибо, потому что это главное. Да, и что касается территории, ни в коем случае ее асфальтировать не будем. Наоборот, будем развивать, высаживать какую-то там новую растительность, какие-то кустарники, деревья. Наоборот, чтобы действительно там было... Да, чтобы комфортно там было отдыхать. Ну, без этого никак. Это центр города, это
это лицо, это проезжая часть, через которую проезжают другие города. Когда люди, гости города приезжают, они видят это все. Надо максимально развивать и делать его красивым. Дивіться, ідеї вже є, проект є, кошти є. Як це буде реалізовуватися? Це ж не те, що ви там станете, сама будете все робити. Це ж буде якась команда. Розкажіть нам, щоб ми розуміли, як це буде відбуватися. Якщо треба стати стяпкою, це можливо, як говориться, роботу ми надсураємось. Будет рабочая группа от торговой марки Чернігівська, непосредственно, которая будет реализовывать этот проект. Я как идеолог, создатель этого проекта, буду входить в эту рабочую группу, буду контролировать. Соответственно, могу как-то подействовать, если где-то там шаг влево, шаг вправо, чтобы это все откорректировать. Но самими исполнителями этого проекта будет именно торговая марка Черниговская и организаторы экопроекта. Сегодня у нас есть возможность, чтобы вы обратились к нашим телезрителям и могли им что-то пожелать или, так сказать, до чего вы, кто кажут, закликать наших телеглядачей. Ну, будь ласка, я вас так. Да, хочу обратиться ко всем жителям города, ко всем гостям, быть социально активными, быть культурными и вежливыми друг к другу, не бояться делать замечания не совсем к порядочным жителям города, которые там выбрасывают мусор, которые курят в общественных местах. Понятно, что не все могут участковые контролировать, но если кто-то стоит и нарушает, не стесняйтесь, подходите, делать замечания, потому что с нас начинается будущее нашего города. И мы будем сами решать, как и в каком городе нам жить. Нам жить в чистом городе, либо в грязном. Поэтому присоединяйтесь к субботникам, к разным мероприятиям, экологическим, социальным. И поверьте, общими силами мы сможем изменить город и страну к лучшему. Якщо працювати командно, злагоджено і не боятися. Думаю, що ми живемо вже в такий час, коли ми самі будуємо нашу країну і боятися не треба і нічого. Да, ми давним-давно вже всі будуємо свою країну самі. Бо нічого, без самих себе нічого не зробиш, тут же все це понятно. От. Вам дуже дякуємо, що ви звітали до нашої студії і бажаємо вам, як то кажуть, успіху, наснаги, і творчої наснаги, і ділової наснаги активної вашій справі. Ну, будемо сподіватися, що так сказати, ми всі будемо вже скоро дуже дивитися на цей об'єкт, на цей пляж. Підтримувати вас. Да, і будемо дивитися на цей об'єкт і будемо бачити, що знати, які люди все зробили для того, щоб там було чисто і красиво. Я переконана, що наша наступна зустріч вже буде на свіжому повітрі, на новооблаштованому гарному пляжі «Стрілка». Дуже вдячна, купальник будеш там сидіти вже з мохітом. Дуже вам дякуємо. Дякую.